Добрый день. Сегодня я обращаюсь ко всем гражданам Украины с просьбой поддержать Надю Савченко. Наша летчица Надя Савченко объявила голодовку. Это еще один поступок сильной и храброй девушки. Это акция борьбы против российской Фемиды, против кремлевских карликов, которые уверовали, что они выше Бога. Это настоящая борьба, потому что у Нади Савченко особый статус. Она военнопленная. Она была участницей войны, имела знаки отличия и открыто носила оружие. Иными словами, она официальный участник вооруженного конфликта, а не бандит из русского города Мурома, который приперся в Украину деньги рубить. Она давала присягу, и никакой российский так называемый суд не имеет права ее судить. Но Надя все равно не на свободе. Поэтому ее голодовка – это еще и политический жест отчаяния. Это обращение к нам, соотечественникам. Она обращается к каждому украинцу, потому что без нашей поддержки она обречена. Проснется ли у нас чувство вины? Ведь она самая обычная хрупкая девушка, молодая и красивая, но она может потерять здоровье, стать инвалидом, умереть наконец. Она голодает ради нас, потому что это сейчас ее единственное оружие. Давайте же мы, каждый, сделаем, что можем. Придите с протестом под посольство России, напишите письмо Путину в его Кремль, расскажите о Наде в социальных сетях, особенно если сможете, сделайте это на английском или французском языке. Мы должны сделать все, чтобы о голодовке Нади узнал весь мир. Делайте что-то, не сидите, не молчите. Мы должны помочь Наде выжить, а Путину уйти навсегда.